Добрый день, это мотомагазин Dreambike. Сегодня мы посмотрим с вами ручной стартер для детского квадроцикла по нашей классификации стартер номер 2. Пластиковый внутренний храповик. Это то, на что стоит в первую очередь обратить внимание при выборе. И металлический корпус. Упаковывается стартер в такую коробку. Внутри тоже упакован пленкой, что исключает при транспортировке в удаленные регионы какие-либо повреждения. Данный стартер подходит для большинства детских китайских бензиновых квадроциклов с двухтактными моторами. И вот этот пластиковый храповик, он самый распространенный на текущий момент. Ну, так называемый с доводчиком. Подходит на мотоксы, АТВ Классик, прочие менее известные производители.